такие шишки. Ой, такая красота. Есть. Да. А вот рыночек. Идем покажу, какая куртка. Ну, мало. Мы с Людмилой померили. Вон она висит. Вот она. Вот. Ну, маловато. Да. Барабулька. Карась. Щука вот столько стоит. Здрасте. 290 щука. Так, это толстолобик. 200, да? А это вот что? Кот. 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 Морской, что ли, кот? Какой-то кот, девочки. Морская кот. 450 стоит. Хамса. 260. А что все фотографируете? Рекламу вам делаем. Да. 230, кефаль. Вот. Это на улице Победы, девочки, мы идем. Амур. Килограмм 290. Или точки хотите открывать? А? Точки хотите открывать? Я? Мы отдыхаем здесь, зимуем. 1 килограмм. Какой-то пеленгаз. Мелкий. И вот этот пеленгаз. Тоже крупный. 350. Не показала вот этот карп. Карп. А, карп. Ой, такие крупные, девочки, смотрите. 300... А вы вообще рекламом занимаетесь, да? Не, я не занимаюсь рекламой, я просто снимаю для моих подписчиц. Девочки, вот снимаю рыбу. И оказывается, продавец этой замечательной рыбы. Ну, я буду заниматься это самое. Занимаетесь еще заселением гостевого? Заселение, да. Так, а далеко гостевой дом от моря? Нет, несколько. Здесь 5-6 минут, 10 минут, вот так. Ага. А как вас зовут? Марина. А как вы сдаете? Какие у вас условия, Марина? Условия все есть. Номера очень хорошие. Со всеми условиями. Так, и сколько будет стоить? Ну, знаете, разные цены. 500 рублей и выше. А, это у вас посуточно 500 рублей? Да, да, да. Так, а если, допустим, приезжают надолго, на месяц? На месяц 8-10 тысяч номер. В месяц? Да. Кухня есть? Все есть. Сейчас в декабре у вас все уже занято на Новый год? И да. Сейчас в декабре у вас все уже занято на Новый год? И да. А можно будет к вам как-то прийти и снять? Эти номера, да? Да. Или они у вас в разных местах? В разных местах. А, вы просто как Лена делаете. Да, да, как Лена. Понятно. Девочки, в общем, я снимаю, она говорит, вы блогер, вы, говорит, Лену прорекламировали. Я говорю, ну да, нечаянно получилось. А прорекламируйте меня, да? Да, и я говорю, а давайте прорекламирую. Все-таки еще раз удостовериться хочу. Итак, посуточно ваши номера. От скольки самые дешевые? 300 с человека. Да, 300. Но 300 это, наверное, условия не очень хорошо, да? Несколько человек. Это немножко подальше. А, немножко подальше. Да, минут 15-20 вот так подальше. А близко 500 рублей с человека. А вот месячные 8-10. Вот так. 8-10, если человек приезжает на месяц. Да, помесячная, да, цена 8-10. Да. А если вдруг к вам звонки начнутся, вы не измените цену, не повысите? Нет, нет. А то тут у меня уже случай был. Я от чистого сердца прорекламировала, они продержались 20 минут. Через 20 минут повысили цену. И нет. Я убрала ролик. Понимаете? Нет. То есть такая же цена будет? Ну, летом повышается. О, нет, а летом нет. Это другое дело. Нет, если вам нет. Будут звонить, вы будете говорить уже там летние цены, кому летние надо. А да. Вот сейчас
И вот такая цена у вас с какого месяца по какой? Где-то до май месяца. Включительно? До конца мая? Да. А с какого месяца осенью начинает? Вот я имею в виду... С 1 октября или с 1 ноября. Сезонная у вас когда? Да. Ну, до октября. То есть с октября, с 1 октября и до мая месяца включительно. Да. И недалеко. Недалеко. Ну, осталось вам свой номер телефона назвать. Хорошо. 8-964-949-96-50. Хорошо. Сейчас в декабре, у вас все уже занято на Новый год. Да. Еще раз имя скажите. Марина. Марина вас зовут. Очень приятно все. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам здоровья. Надо вам благодарить. Да, девочки, еще Марина мне сказала, что она обо мне знает от Лены. И Лена говорит, очень довольна. Да, и вот, знаете, очень довольна. Да, я рада. А вот так ведь, не хотела она сниматься. Я прям ее рассказывала. Вот это маленькая Лена? Нет, нет. Рыжая. Рыжая. Высокая моя. Ага. Наша подруга. У меня есть тоже своя гостиница. Тоже есть? У меня своя гостиница. Прям своя? Своя, собственная. А вы можете ее показать? Я на Павловой живу. Ну, 10 минут до моря. Давайте мы с вами обменяемся телефонами, и я приду, сниму все, и вы скажете все. Как вас зовут? Зоя. Зоя. Зоя, очень хорошо. Давайте. Сейчас я отключаюсь пока, потом мы с вами уже.